Сегодня в экономическом календаре. В 17.00 ожидается выход одного из ведущих показателей США. Это индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Значение индекса выше прогнозируемого уровня приведет к покупкам американского доллара. В 17.30 информационное агентство энергетики Соединенных Штатов предоставит еженедельные данные о запасах сырой нефти, которые оказывают влияние на стоимость нефтепродуктов и уровень инфляции. В 21.00 состоится событие, которое всегда вызывает пристальное внимание со стороны участников рынка. Федеральный комитет по открытым рынкам сделает заявление о процентной ставке. Ожидается, что она будет оставлена на прежнем уровне в 0,25%. Не пропустите выход важных новостей. Завтра в 15.30 по московскому времени в США будут опубликованы данные по ВВП в квартальном выражении. ВВП является ключевым показателем экономики страны. Результаты данных повлияют на динамику американского доллара и могут открыть возможность заработка на его движении. Аналитики RBC и Национального банка Австралии просматривают нисходящие тенденции для пары евро-доллар в долгосрочной перспективе. Не оставайтесь в стороне от движения рынка, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.